Совсем недавно мне принесли герань. Принесла сестра моей мамы по той простой причине, что дочка беременная и не может выносить запах герани. Вот она принесла вот этот и вот этот цветочек маленький. Принесла и сказала: дочка беременная не может, пожалуйста, вот пускай у тебя будут эти цветочки. Вот, но дело в том, что у меня дома всегда очень-очень жарко, особенно зимой это просто невыносимо. Какая жара, не знаю, как они перезимуют у меня, но могу сказать, что изменения уже начались. Сегодня с утра я заметила следующее. Смотрите, у меня в этих цветах взошли грибы и в этом горшочке. И в этом горшочке тоже. Вот такие чудеса. А на заднем плане стоит вот такой красивый цветок. И это даже не цветок. Как думаете, что это такое? На самом деле, у меня дочка зимой воткнула косточку мандарина в горшочек. И вырос вот такой вот росточек. Не росточек даже, а цветочек. Листья очень пахнут цитрусовыми, если разломить. Они такие плотные. Вот такое вот растение выросло почти за год. А вот тут вот моя дочка, когда ела арбузы, воткнула семечки арбуза. И вот три росточка маленьких. Ждем, что будет дальше. Ну, пока на этом все.